На брифинге было отмечено, что в 2019 году Республиканская ономастическая комиссия при правительстве Республики Казахстан одобрила переименование 51 улицы и проспекта Достык Дружба, проспект Нурсултана Назарбаева. Новое имя получил микрорайон Белая Казарма. Сейчас он называется Акбебет. Постановлением правительства Казахстана переименовано 12 организаций образования. На утверждении находятся и другие переименования. В прошлом году было проведено 5 заседаний областной ономастической комиссии. Было дано положительное заключение. 6 населенных пунктов и 200 улиц по области. Город Уральск у нас направляется в Республиканские ономастические комиссии. Из 200 улиц 150 где-то Идеалоистско-Уссарьевские улицы. В рамках социального заказа организована работа языковой инспекции. Оказана методическая помощь более чем 2000 субъектам бизнеса. Устраняются недостатки визуальной информации, расположенной на улицах города. Также на брифинге отмечено, что в прошлом году было проведено порядка 400 мероприятий по разъяснению плана по переводу алфавита казахского языка на латиницу. Здесь же напомнили, что алфавит еще находится на стадии разработки и окончательно не утвержден. Надо доработать алфавит. В данный момент ученые работают над этим. До апреля месяца они должны завершить и нам предложат окончательный вариант. Мы ждем. А по обращению жителям, конечно, к нам было обращение написать на основе латинского графика, но мы всем пишем или разъясняем, что переход на латинский язык в данный момент еще рано. В этом году управление организует бесплатные курсы по обучению жителей города и области казахскому и английскому языкам. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.